Друзья, всем привет! Вот это мой санитарный угол. Здесь я держу голубей, которые дали хоть малейший признак. Ну, допустим, вечером я кормлю голубей, один не спускается. Или может есть голуби, которые, как это, белая самочка. У нее есть птенец. И я смотрел, чуть-чуть она слабенькая. Решил отделить от птенца, потому что мне самочка эта нужна на следующий год. Вот поставил. Здесь я кормлю, пою на свежем воздухе, солнышко. И есть который вот сизый, один красный молодой и черный. Хрипели, хрип не слышен. Такой скрытый. Поставили им вакцину, и признак не исчез, как был, так и есть. И еще один молодой, этот сидит с малого возраста здесь, тоже хрипел, когда мы маленьким. Ну, о чем видео, о чем я хотел в этом видео рассказать. Вот этот сизый, он дед этой самочки, которую я сейчас покажу. Вот он, дед этой самочки. Хороший сизый, тоже такой признак, хрипел и сейчас тоже хрипет после вакцинации. Решил вчера выпускать, пусть, мне жалко, как бы другие оторвут голову, я решил, пусть уйдет, он никогда на улице не был. И вот как сейчас. Я вот и вчера вытаскивал его, смотрел, думал, пусть его будет, уйдет или и поставит вот здесь на крышу. И что вы думаете? Сейчас он придет обратно. Я даже был в шоке. Иногда есть голуби, которые месяцами мучишься, чтобы приучать их к дому, а этот сидел здесь недельку-две и вот не хочет уйти. Да, ребятки, ну вот, вот здесь сиреневая одна ягоранка, сиреневая просто сидела в угол, тоже никаких признаков. Мне это не нравится, все отдельно сразу. Вообще всем рекомендую при кормлёжке смотрите состояние птиц. Так, вот он. Ходит пешком. Сейчас придет. У меня кошки есть, все есть, но, как говорится, для кошек есть мыши, а не голубей. Просто надо ее с детства приучить, и все будет отлично. Вчера смотрел ролик на WhatsApp, там скидывала друг, как стаффор рвет одну кошку, даже жалко стало. Так что во всем вина человека, надо приучить. У меня кошка есть, я люблю кошек и голубей тоже люблю, и они между собой очень хорошо ладят. Видите, у меня голуби по двору ходят. Кошка тоже ходит. Никто никому не мешает. Вот давайте покажу белую. Вот такая беленькая. Красивая самочка. Это сестра того белого, который спустился с крыльями в кровь. Потом на следующий день вообще исчез.
Вот она осталась единственная сестра, поэтому я решил чуть-чуть ее пободрить, чтобы на следующий сезон, да, она мне дала хороших пискунов. Ну вот, как-то так. Такие веселенькие истории. Он у себя дома. Я больше собаки боюсь, чем кошек. А то собака одного пискуна утащила. Вот это второй мой голубь на улице, молодой птенец. Вообще был маленьким, выпросил здесь. Думаю, что умрет сам. А не вот. У него проблемы с глазом были. Вот, вылечился. Сейчас перелиняет. Вот он. Летает. Мелкоклювый, лохма тоже. Интересно. И вот этот сидит. Хочет обратно в клетки. Помню в детстве, когда были там по 20 штук, 30 штук. Дорожали любого голубя. Сейчас. Ну, дорожали и потом потеряли. А сейчас просто выпускаешь, чтобы он сам ушел, а он сидит.